Лигу инклюзивного футбола для детей создадут в Казахстане. Об этом рассказали представители Казахстанской федерации футбола на брифинге в Астане. По их словам, цель проекта – сделать спорт для юных казахстанцев с особыми потребностями более доступным. Кроме того, это поможет их социализации. Уже разработана программа соревнований. Первый чемпионат по инклюзивному футболу пройдет в столице в сентябре этого года. Мы запустили проект Юнилиги в прошлом году. И проект как раз-таки он реализуется на средства зимнего благотворительного балла, который мы проводим каждый год. И так получилось, что нас очень хорошо поддержал внутренний посол Испании. Казахстанская федерация футбола. Нам удалось выручить, продать несколько футбольных лотов. На эти деньги мы реализовали этот проект. Сегодня он уже реализуется в 7 городах. Поддержать такой проект для особенных детишек было для нас очень важным, наверное, даже как бы гармоничным решением. Надеюсь, что этот проект он будет иметь продолжение. Здесь у нас поэтапная поддержка. В принципе, для первого этапа попросили около 20 миллионов тенге. Поддержка это не будет лимитирована, данная сумма 20 миллионов тенге, потому что там у нас уже и среднесрочные, и долгосрочные перспективы нарисовываются для развития поддержки инклюзивного футбола детей. Отмечу, 12 детей с аутизмом и синдромом Дауна уже занимаются футболом в Астане и еще 57 детей в регионах. В рамках предстоящего чемпионата планируется охватить еще порядка 65 детей и подростков. Моему сыну 15 лет. У нас диагноз синдром Дауна. Мы много что пробовали за наши 15 лет, что мы только не пробовали. Но вот почему-то именно футбол, я считаю, что это прям наше. Здесь мы стали очень хорошие тренера. Здесь мы стали дисциплинированными в первую очередь. У нас появилась такая прям дисциплина. Он идет сюда с большой радостью. Спасибо за такую возможность. Нам очень приятно, что именно с нашими детьми, с особенными детьми занимаются. Спасибо Федерации футбола за такую возможность.